Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube. В частности, основы электротехники. Сегодняшняя тема – однофазный переменный ток. Вот так он выглядит схематично на данном изображении. Итак, время, в течение которого в проводнике проходит один полный изменение тока, называется период. Частотой переменного тока называют число периодов этого тока за одну секунду. Период и частота величины образуют пропорционально по формуле. На первой формуле мы можем найти период, где t равняется 1 деленное на f, а f – это число изменений, частота изменений, измеряется в герцах. И второе изображение, где f равняется 1 деленное на t. Итак, действие значений переменного тока. Чтобы определить величину переменного тока, как и постоянного, нагревание проводника. Чтобы определить величину переменного тока, необходимо для расчета его действия делать следующее. Некоторое время через нагретый пропустите переменный ток и измерить выделенное количество теплоты. Затем подобрать такой постоянный ток, который проходит по такому же нагреванию за такое же время, выделение такое же количество теплоты, как и переменный ток. Тогда величина постоянного тока будет изменять значение переменного тока. За действующее ее значение переменного тока берется величина такого же постоянного тока, которого в том же самой цепи, что и переменный ток, выделяет в нем такое же количество теплоты. Ну а на этом все. Сегодня была кратенькая тема, но, как говорил великий поэт Чехов, краткость – сестра талантов. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо, всего доброго.